известный актер Халил Ибрагим Джейхан, Эманет. Сериал и искажающий характер Ямана. Сделал заявление. Любимый актер между Халилом и Яманом. Поделился схожими чертами с аудиторией. Эти заявления сделал Халил Ибрагим Джейхан. Делая признание, которое шокирует всех. Нашел. По словам Халила, у Ямана очень яркая личность. Имеющий характер. За все трудные ситуации, в которые попадает Яман. Очень хорошо генерировать логические решения. Это удается. Яман всегда принимал логичное решение. Халил Ибрагим Джейхан, который подчеркнул. Он объяснил, что у него такие же черты. Привет, Халил Ибрагим Джейхан с Яманом. На этом общие черты не заканчиваются. Халил Ибрагим Джейхан, Яман, его достоинство, его самообладание. И со своим внутренним миром он сравнивает себя с собой. Халил Ибрагим Джейхан, партнер Яман. Объясняя его особенности о Ямане, он также раскрыл подробности, которые его расстроили. Халил Ибрагим Джейхан, прошлое Ямана. Он был очень впечатлен и опечален тем, через что ему пришлось пройти. Халил Ибрагим Джейхан в сериале «Эманет» и персонаж Ямана занимает в себе особое место. Подчеркнул, что потому что красивый актер, безопасность сериал. И с характером Ямана. Достиг своего пика в карьере. Халил Ибрагим Джейхан до выхода сериала «Эманет». Во-первых, успех на международной арене. Он никогда не ожидал, что выиграет. Большой успех за короткое время. Что делает Халила Ибрагима Джейхана самым счастливым? Деталь в том, что серия из разных культур. Его смотрели люди, у которых он был. Халил Ибрагим Джейхан, ваш репортер голый. Вы будете участвовать в сценах? Ответил. Халил Ибрагим Джейхан, обществу в целом. Что вы хотите принять участие в образцовых проектах? Даже если он говорит, что в случае необходимости он там для проекта. Если сцена важна, вы можете принять участие в обнаженной сцене. Объяснил. Выступление Халила Ибрагима Джейхана. Как ты находишь? Пишите свои мысли в комментариях к видео. Не забывайте писать.